Одинцовский городской округ успешно выполнил второй этап комплексного благоустройства дворовых территорий в 2019 году. Новый облик приобрели уже 16 объектов из 43 запланированных. До 30 августа планируется завершить работы еще на 12 объектах. Напомним, что из 43 дворов, вошедших в программу этого года, 21 объект был включен в список по результатам голосования на портале «Добродел».